вести за столом, как себя вести, как обращаться с книжками, и почему нельзя в лифте прыгать. Вы узнаете об этом и обо всем другом в этой книжке «Правила хорошего поведения». Ее написали Шалаева и Журавлева. Посмотрите, какая она яркая, красочная, красивая, полезная. Сейчас я вам расскажу несколько моих любимых правил. Одно из них называется «Никогда не порти книжки». Знать обязаны детишки, что не надо портить книжки, в них не надо рисовать и листочки вырывать. Все странички в них важны, книжки видеть должны. А закончили читать, книжку надо в шкаф убрать. Ну что, ребята, понравилось? Обязательно прочитайте эту книжку с мамой или с папой. Пока-пока.